Представьте, что ваша жизнь – это автобус. Красивый такой, чистенький автобус. И вот вы едете в этом автобусе по миру. Едете, все шикарно. И тут на дороге стоит мечта, голосует. Возьми, подкинь! Вы такие, вау, классно, это же мечта. Спрашивайте у мечты, мечта, что у тебя? А мечта говорит, а у меня шикарный дом. 100 000 баксов еще. Вы такие, классно, дорогу знаешь? Мечта говорит, знаю. Берете мечту к себе в автобус, вот вы едете, все шикарно. И тут на дороге стоит позитив и хорошее настроение. Офигенно, мечта говорит, давай подкинем этих ребят. Вы такие, воу, классно, что у вас? Хорошее настроение говорит, да у меня позитивная шикарная музыка. И позитив говорит, что у него тоже много крутых вещей, которые поднимают настроение. Вы берете их себе в автобус. И вот вы едете на автобусе жизни с мечтой, позитивом. Все просто шикарно. И вот вы едете, едете, а дома-то нет. И вы спрашиваете мечту, мечта, а скоро уже этот дом? А мечта говорит, да подожди, уже скоро, уже почти приехали. Вот там вот, за поворотом. И вот вы едете, едете, а за поворотом стоит страх и сомнение. Стоят, говорят, останови. Вы такие, воу, нафига нам этот страх? Мечта говорит, ну в натуре, нафига нам этот страх? Зачем нам его брать в автобус? Едем дальше, уже скоро твой дом. А страх говорит, да нет там никакого дома, кричит там. Еще с улицы кричит, говорит, возьми меня, я тебе расскажу, что почем. Я расскажу тебе, что там ничего нет. Что вот мечта ошибается. Мечта говорит, да не надо его брать. Вы говорите, блин, нужно же послушать. Сомнение говорит, да, послушай страх. И вот они зашли в автобус и начинают тебе рассказывать, да ты туда не едь, там ни хрена нет. Сворачивай с этого пути. Вы такие, ну, может, послушаю я страх, потому что вот еду с этой мечтой, а ни хрена моего дома нет нигде. Сворачивайте с дороги, едете уже в какие-то дебри, в какой-то лес. Страх говорит, вот сюда нам нужно ехать, вот это правильная дорога. Едете, едете, и тут голосует негатив. А с негативчиком стоят скандалы, интриги, расследования, негативные фильмы, негативная музыка, всякое дерьмо. Стоят они компашкой. Знаете, такая вот экскурсия у них. Говорят, подкинь. Позитив говорит, да нахрена они нам в автобусе, у нас и так все шикарно. А скандалы говорят, да у нас офигенная интересная инфа. А фильмы говорят, да у нас такие классные фильмы, что пробирает аж до костей. Зачем тебе этот позитив? Так же неинтересно жить, посмотри крутую тему. Вы такие, ну давай посмотрю, что там у них. И вот они уже начинают в своей компании, да, их уже большинство, начинают галдеть в автобусе, начинают вам рассказывать, что почем. И вот вы едете уже, все хреново, вы понабирали к себе в автобус всякое дерьмо. И их уже большинство, и вот вы едете, вам плохо, а тут алкоголик стоит на дороге, и вы такие, тебе-то что? А он такой, да вот у меня бутылочка есть, а, будешь? Негатив там кричит, да давай возьмем, бухнем. Вы такие, да почему бы и нет, давай-ка уже побухаем. Сели в автобусе, начали бухать, автобус уже никуда не едет. На следующий день вам плохо, автобус простаивает. Мечта, позитив. Забились уже где-то там на задних сиденьях, все. Потому что в автобусе вашей жизни уже всем заправляет негатив. Чувство вины, страх, сомнения, они уже вовсю гуляют. Алкоголь уже там вовсю гуляет. И вот стучатся в окно уже сигаретки, говорят, да возьми нас. Алкоголь такой, давай возьмем сигареты, снимешь и вообще круто будет. Понимаете, к чему я, друзья, веду? И вот вы кое-как начинаете ехать в этом переполненном автобусе. Мечту уже никто не слушает, позитив уже тоже никто не слушает. И вот вы едете, а тут хейтеры стоят. И вот негатив говорит, давай-ка возьмем этих хейтеров, послушаем, что они там о тебе говорят. А с хейтерами еще стоит чувство вины. И вы такие, да, нужно взять, нужно же послушать их. Не будет мне покоя, нужно их взять. Чтобы разобраться в ситуации, нужно вот их послушать. Вы берете еще хейтеров к себе в автобус своей жизни.
Вы представляете, что уже творится в этом автобусе? Куда вы доедете? Да никуда вы не доедете. Нет уже никакой дороги. И вот на таком автобусе люди ездят кругами и подбирают всяких мудаков. Понимаете? И может они где-то там проезжают. И на дороге голосует цель, голосует успех. И мечта такая задних рядов кричит: возьми их к нам в автобус. А страх с негативом говорят: да нахрена они тебе тут нужны? Мы тебе расскажем, как жить, да мы все знаем. Возьми вон лучше здравый смысл, возьми логику. Логика тебе расскажет, как жить. Нахрена тебе та мечта? Нахрена тебе тот успех в автобусе? Мы знаем, как жить. И вот если вы сейчас едете в таком автобусе, останавливайте его. Вам нужно сказать: заткнулись нахрен все. Открывайте двери и говорите: на выход. Все, ребята, на выход. Оставляйте мечту, успех в автобусе. И вот, когда все дерьмо выйдет с автобуса, когда все мудаки повыходят, они же нагадили в автобусе, да? В автобусе грязно. Вам придется убирать с мечтой, с успехом, с позитивом за ними и потихонечку начинать двигаться дальше. И вот когда вы будете ехать, посадите мечту рядом с собой и позитив посадите рядом с собой. И не подбирайте всяких мудаков, не открывайте просто им двери. Вот и все. Вот как я живу. Я всяких мудаков не беру к себе на борт. Они мне тут не нужны. Все дерьмо, оно на дороге. Я его обижаю. И вот я еду на своем автобусе, еду, проезжаю мимо мнений. Они голосуют, говорят: останови. А там тоже их целая компания. Мнение родителей, мнение окружающих, мнение друзей. И говорят мне, кричат: хочешь выслушать нас? Хочешь выслушать мнение? Я говорю: нет, не хочу. Я поеду дальше. И мечта говорит: да проезжай, зачем нам эти попутчики? Ты хочешь быстрее добраться к миллиону? Зачем нам вот лишние остановки? Нам они не нужны, едем. Давай газу, и все, я погнал. И такие попутчики вам будут попадаться сотнями на вашем пути. Проезжайте. Они вам будут кричать: стой, стой, что-то ты разогнался со своей мечтой. Что-то ты быстро едешь, притормози-ка. Хочешь узнать мнение? Хочешь узнать, как правильно жить? Притормози, сделай остановочку. Не останавливайтесь, едьте. Знаете, если бы я взял с собой в автобус логику и здравый смысл, они бы мне сказали: ну, ты вот в своем уме, какой миллион долларов? Ты сейчас зарабатываешь 30 баксов в месяц. Когда у меня были такие времена, они бы мне сказали: ну ты дурак, ну сворачивай с этого пути. Вон, едем туда, видишь вот тот путь, на завод. Погнали на завод. Вот там нормально. Выброси этот дурацкий путь у себя из головы. Вот как бы они мне сказали. Но я их с собой в автобус не взял. Я слушал мечту. И вот когда я у мечты спрашивал: ну что это мечта, когда мы миллион? Мечта говорила: ох, ну путь, конечно, длинный, но все зависит от тебя. Готов? Я говорю: готов. Я буду следовать четко по твоим указаниям. Мечта говорит: ну если так, тогда мы максимально быстро приедем к миллиону. Я не слушал логику и здравый смысл, потому что если их слушать, невозможно, невозможно с нуля заработать миллион. Нереально, у тебя ничего нет, ни связей, ни возможностей, ни денег, ни стартового капитала, ничего у тебя нет. Как? Никак. Вон, здравый смысл бы мне сказал: видишь дорогу? На завод. Или вон, грузчиком, или там еще куда-то, в офис вон иди, курьером. Вот, я тебе покажу правильную жизнь. Вот так живут все. Здравый смысл мне бы сказал: выбрасывай из головы вот эти вот сказочки про миллион с нуля. Не слушай ты этих мотиваторов. Иди по тому пути, по которому идут все. И будет тебе несчастье. Только я взял себе еще в автобус экскурсовода. Это мотивация. И вот мы такой компашкой колесим по миру. И вот мечта говорит: что ты хочешь? Я говорю: хочу на Мальдивы. Мечта говорит: ох, тяжело будет туда добраться. Нужно будет пересесть на самолет жизненный. Я говорю: погнали, я беру вас всех с собой. Я пилот, понимаете? Полетели.
Мотивация — это стюардесса. Вот так вот мы колесим по миру. Или летаем. Главное понимать, что всему свое время. И не торопить мечту, и не говорить: ну когда уже, когда уже. Едьте себе спокойно. Дорога бывает разная. Едете вот грязь, едете по грязи, проехали грязь. Едете — хорошая погода, крутые повороты. И вы должны ехать столько, сколько понадобится. И не торопить мечту, ехать с ней вместе. С мечтой, с мотивацией, с позитивом. И не подбирать всяких типов, всяких мудаков по пути. Их мы не подбираем. Мы подбираем только все самое лучшее, что помогает нам. Так что задумайтесь, друзья, в каком автобусе едете вы?